همه ی عشق ها از حوادث پیش پا افتاده شروع میشن. شما یادتون میاد عشق شما از کجا شروع شد؟ آپارات این هفته رو ببینید. سلام، خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. حسن سالجو هستم. به نظر شما عشق چیه؟ اصلا چه نسبتی بین عشق و رابطه جنسی وجود داره؟ آیا دوستی همزمان با 4 تا زن یا 4 تا مرد اسمش عشقه؟ اگه نیست، پس چرا یه نفر دنبال معشوق یا معشوقه های مختلف میره همزمان؟ اگه این جستجو نیاز آدم هست، خب اون وقت تکلیف چیزی به اسم وفاداری چی میشه؟ آیا اصلا میشه در این مورد قضاوت کرد؟ حالا یه سوال دیگه، اگه لحظات خوش زندگیتون رو کنار هم بذارین و اندازه بگیرین، چقدر میشه؟ این سوالات روزمره‌ای هست که ممکنه در ذهن خیلی از ماها وجود داشته باشه و بهش فکر کرده باشیم، اما همین سوالات روزمره و ساده و ظاهراً پیش پا افتاده، مهمترین چالش فلسفی آدم هم میتونه باشه. یه موضوع پیچیده که جواب روشنی ممکنه براش وجود نداشته باشه. محسن مخملباف در ادامه کشف و شهودش در عالم سینما سال 1383 در تاجیکستان از نگاهی فلسفی به سراغ این موضوع رفته، موضوعی که طرحش هم برای جامعه بسته و سنتی که تظاهر میکنه اصلاً چنین مسائلی درش وجود نداره بسیار سخته. محسن مخملباف با ما هست تا بعد از دیدن فیلم بتونیم بیشتر باش در این فیلم صحبت کنیم و به درک روشنتری از فیلم سکس و فلسفه برسیم. خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته ای ما آقای مخملباف. خب فیلم پرسش برانگیزی هست و در زمان خودش هم خیلی مورد توجه قرار گرفت و سر و صدا کرد. فیلم رو اتفاق شما و بینندگان با هم ببینیم، بعد دربارش صحبت میکنیم. Алло, Мариам? Это я, Джон. Если ты дома, подними трубку. Если тебя нет, то послушай. Я хотел тебе сказать, что мне сегодня исполняется 40. Вот решил совершить переворот в своей жизни. Первое... Это то, что отмечаю свой день рождения на улицах города в полном одиночестве. Зажег 40 свечей, и вот уже час в поисках 2 уличных музыкантов, которые мне чем-то напоминают моих родителей. Здравствуйте, как дела у вас? Спасибо, хорошо. У меня сегодня праздник. Поздравляем. Попоете? С удовольствием. Покатаемся по городу. Хорошо. Сколько стоить будет? Олег, скорее. Ну, это по вашим усмотрениям, конечно. От души будете петь? Обязательно. Садитесь. Сели. Поехали. Tomedani
Слышишь музыку, Маря? Обязательно услышишь, когда проснешься. Я что хотел сказать? Приходи, пожалуйста, в 2 часа в класс танцев. За 2 часа до того, как придут остальные девочки. Не забудь, пожалуйста, взять с собой свою красную розу. И приходи со своей небесной любовью. Ключ, как обычно, в статуе. У меня есть для тебя сюрприз. А пока послушай. Послушай эту музыку. Для настроения. Алло, Фарзона? Это я, Джон. Сегодня мой день рождения. Я хочу тебя попросить прийти в 2 часа в класс танцев. Только, пожалуйста, приходи без своей собаки. Ключ, как обычно, будет в статуе. Если там он не окажется, то иди прямо в класс. Двери будут открыты. Я буду ждать тебя там. Приходи только без печали и рыданий. Я хочу видеть радостную Фарзону. Для тебя у меня есть сюрприз. Алло, Джон, ман овмада. Привет, это я, Джон. Тахмина, приходи сегодня 2 часа в танцзал. Нет, не в 4, когда придут все. Приходи в 2. Если ты придешь в 2, то у меня для тебя есть сюрприз. Нет, это не имеет отношения к моему дню рождения. Есть кое-что другое. Это тебя удивит. Это самая-самая обычная вещь.
Хочу, чтобы ты увидела правду своими глазами. Я решил изменить все в своей жизни. Совершить переворот. جون کجایی؟ Алло, Малават? Это я, Джон. Ну как ты? Выздоровела? Я надеюсь, что ты лучше себя чувствуешь. Было бы очень хорошо, если бы ты пришла сегодня в класс. В 2 часа. Не забудь с собой взять наше любимое вино. У меня есть для тебя сюрприз. جان جان Thank you.
И... Быть с четырьмя девушками одновременно, это, по-твоему, любовь? Это поиск, Мария. С каждой из вас я обрел частичку своего сердца. И знаю, что это заканчивается. Хочу поговорить с каждой из вас в отдельности. Поэтому разговор хочу начать с той, с кем началась первая моя любовь. А теперь возвращаясь, продолжим занятие. И... Я не могу поверить, что сегодня я танцую с тобой в последний раз. Нам не суждено быть вместе. Тебя и танцы я оставляю навсегда. Ты помнишь нашу первую встречу? Welcome. Ты помнишь? Ты помнишь, как ты мне сказала welcome? Улыбалась, махала руками. Почему? Это было первый раз в моей жизни, когда в моем самолете был всего один пассажир. Уважаемые пассажиры, кресел в вертикальное положение и пристегните ремни. Спасибо за внимание. Желаем вам приятного полета. Дамы и господа, в случае необходимости кислородная маска автоматически спустится перед вами. Люки аварийных выходов находятся в бортовой части. В случае необходимости кислородная маска автоматически спустится перед вами. Люки аварийных выходов находятся в середине и хвостовой части самолета. Мусаферони Мухтаран. Дарвахти зарури маска и оксиген, батарди автоматики балуисар шумо овихтами шава. Вараматгахуи тоджили нарухир вабайный самолет в ОКР. Ladies and gentlemen, in emergency exit, there are two doors at the end of airplane, and there are two doors at the middle. Уважаемые пассажиры, а теперь приготовьтесь к полету.
ты сказала, что полет продлится всего час и будут приложены горячие, холодные напитки. Помнишь? Это была не я. Это было записано на кассету. Дамы и господа, продолжительность полета составляет 1 час. Во время полета вам будут предложены холодные и горячие напитки. Не желаете ли чая? Ты помнишь, я предложила тебе чай, а ты сказал нет. А ты помнишь, как я сказал тебе, что если я выпью чай, мое сердце так сильно будет биться, что я опять почувствую, что я влюбился. А ты помнишь, когда я тебя спросила, а что ты хочешь? А ты помнишь, я тебе сказал, что хочу любви, а тебе послышалось, что я попросил кофе. Горячий кофе. Знаете, к чему меня приучила мама с детства? Не пить холодный кофе – это первое. И второе – не воспринимать холодного взгляда. Что вы думаете по этому поводу? Кофе было холодным? Кофе было холодным. А я принесла тебе горячий кофе. Джон, как ты помогал мне за ней? Мама, ты албата камбиза. Она ракску. Что-то сердце схватило. Колотилось, колотилось оно. Не хватало воздуха. Ты помнишь? Как вы себя чувствуете? Забери весь воздух. Не оставь ни капли для дыхания. Но оставь свою улыбку. А помнишь, я сказал тебе? Почему в этом самолете я один-единственный пассажир? Помнишь, ты ответила мне, что после того, как террористы нападают на самолеты, люди стали бояться на них летать? Ну что ж,
Я поняла, что у тебя отношения не только со мной, а еще с тремя. Но ты пойми, об этом известно теперь стало не только мне, а всем твоим ученицам. Мужчина и женщина на небесах. Подобно Адаму и Еве, их первой встрече в раю. До этого вся моя любовь была земной. А сейчас я чувствую, что она небесная. Вы можете мне сказать, что тоже любите меня? Я стюардесса. И должна выполнять свои обязанности. Мы должны делать все, чтобы пассажиры чувствовали себя как дома. Только никаких близких отношений. Я вас слушаю. Чашечку холодного кофе с холодным взглядом, пожалуйста. Что вы хотели? Excuse me. Can I have a cold coffee with cold looking, please? Что вы хотите этим сказать? Cold looking, please. Какой Марьям Гармут? Да. Мы тогда договорились с ней о встрече. Каждый раз, когда я влюблялся, я вырезал из сухого дерева статую. Эту ты вырезал для меня? Вон ту я для тебя вырезал. Каждый раз этот ключ ищу, как будто какую-то тайну отгадываю. А что у тебя это? Часы? Это секундомер. А зачем он тебе? Считаю счастливые секунды своей жизни. И сколько ты насчитал? Помню, ты сказал около 19 часов, и если к ним прибавить еще 21 час. Будет 40 часов любви. Это значит 1 час счастливой жизни в году. С днем рождения! Сегодня тебе исполнилось 40. Спасибо. Я выгляжу на 40 лет, а прожил всего 40 часов. Помню, ты спросила меня, зачем я это делаю?
помню, ответил тебе. Хочу измерить время своего счастья. Ты знаешь, что жизнь бабочки длится всего один день? За этот один день, за эти 24 часа, она рождается, влюбляется, заводит детей. Ни о чем не думает, только летает и целует свои цветы. За это время она проживает гораздо больше, чем мы, за всю свою жизнь. Вот я за 40 лет не прожил ни одного дня, чтобы было хоть чуть-чуть похоже на один день жизни этой бабочки. А ты? Я? Я имею в виду, сколько у тебя сохранилось в памяти воспоминаний о твоей любви. Ты нашел секундомер? Он же был у тебя в руках. Пока не нашел. Ты влюблялась? Нет. Это, наверное, потому что у вас в самолеты должны брать только девушек с каменными сердцами. Честно говоря, я один раз влюблялась. В тот единственный раз я сама не поняла этого. Поняла моя мама. Помню, когда я выходила на улицу, я встречала там соседнего мальчика. Он всегда смотрел на меня. Он смотрел на меня так, как будто кошка хочет схватить голубя. Я боялась его, и сердце мое стучало тук-тук-тук. И я очень боялась его. Я сказала маме, что я боюсь его. Каждый раз, когда я вижу его, мое сердце бьется тук-тук-тук. И она мне сказала, что если твое сердце так бьется тук-тук-тук, это не означает страх, это означает любовь. Ты влюбилась, доченька. А сейчас сердце у тебя бьется? Хочу обнять тебя. Почему мужчины всегда стараются обладать телом? Потому что я люблю тебя. Хочу доказать тебе это. Разве обладание телом – это любовь? Пока я влюблен, я существую. Такова моя философия. Я существую, пока я любима. Такова моя философия. Я хотел тебя обнять. Ты? Я могу принадлежать только тому, кто сможет завоевать мою душу.
Так, девочки, давайте сейчас поработаем над элементами. Подняли руки. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, поворот, четыре. Раз, два, три, четыре. Замерли. Все замерли. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Марьям! Марьям, вся любовь зависит от самых простых ситуаций, от самых простых случайностей. А если бы не я летел в этом самолете? Или ты не была бы стюардессой в нем? Или вообще бы не возникло никакого чувства? Тогда бы совсем другим людям приходилось бы проживать это расставание. Постой! Послушай! Я искал земную любовь на небесах, а твоя любовь и на земле осталась небесной. Ты даже не дала себя поцеловать. Знаешь, сколько длилось мое счастье с тобой? 2 часа 20 минут. Послушай, мои 40 лет короче жизни одной бабочки. Я не прожил полного одного дня любви. Постой! Возьми этот секундомер на память. Спроси у мамы, сколько билось твое сердце из-за этого мальчика. Сохрани это в секундомере и продолжай так считать, сколько раз за твою жизнь будет биться твое сердце. Пусть хотя бы минуту в году бьется твое сердце так, иначе секундомер сломается от бездействия. Счастливого пути. Джо,
چرا با من چنین کردی؟ من فکر میکردم که تو فقط با من چنین شراب منوشی. تو اصلا با من نه، با همه چنین میکردی. ما این سکندومتر رو گیر. این 3 ساعت و 13 دقیقه که من در اون خوشبخت بودم، اکنون برای من این بدبختی است. خوب، حالا رقص کن. دیوچکی، نوی تانیس. من رقص یاد ندهیم. من رقص از تو بهتر میتونم. این رقص رو من از تو یاد گرفتم. اون شب مهمان من یک شاعر بود. شاعر معروف. پر کن پیاله را که این آب آتشین دیر ایسرا به حال خرابم نمی برد. این جام ها که در پی هم گشتند تهی، دریای آتشند که ریزم به کام خیش. گرداب می رباید و آبم نمی برد. کدام نمودی شراب دوست داری دوستاد؟ دیگر شراب هم جز در کناری بستر خوابم نمی برد. پر کن پیاله را، پر کن پیاله را. شما دید با شهری ما زنده باشد. زنده باشد. یک سای دست خدا تا نمیدونید. جوانا او شوهر را شناختن و خواستن او را دعوت کنن، اما او میگریخت از آنها. پسای شوهر با من چی دخل دارد؟ چکل چی دخل دارد؟ که 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 میتد نشینه؟ تی داشتنا فسیو زنات چو بلا دو تاو که مستریتیلی с тобой. یا сказал этому поэту, а почему вы так не уважаете своих почитателей? این 3 جوان مخلصان شما. 5 دقیقه دقتتان جان. اینها مخلص شعر من. اینا شما دوست دارن، ولی افسوس که قاتل وقت من هستند. تمام عمر من با این 5 دقیقه ها خیلی رایگان گذشت و به فصل خزان نیز رسید. دقیقه ها اصلا اسمشان وقت است، ولی ماهیتشان
ماهیتشان عمر است. عمر جان، عمر خیلی کوتاه است و او را باید حفظ نمود و برای حفظش شرم نباید کرد. عذر میپرسم از شما. جان نرو، رنگی خطر است جان. دقیقه ها اسمشان وقت است. بهترین شعر عمرتان کدام است؟ بهترین شعر حاضر که سروده می شود. به نام عشق. برای عشقان спостой. Я по-русски лучше скажу, да? Есть такая традиция пить за любовь, не просто ударяясь бокалами, а стараться коснуться бокала своего собеседника как можно ниже. یک دقیقه من نمیخوام با توی چیوتی. خوبی شیرین.
فصلی بوده سابوه عاشق پیچم با گردت مثلی بوده سابوه عاشق بوله کشم پروانه واره سابوه عاشق بوله کشم پروانه واره سابوه آیم با گردت مثلی آبه بارانه عاشقه پیچم با گردت مثلی باده سایه عاشقه باله کشم پروانه واره سابوه عاشقه باله کشم پروانه واره سایه عاشقه دم 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 dum 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 oshiqe bole kasham parwana wore borone oshiqe بوله کشم پروانه واره چرا خوب نمیری؟ نمیدونم. у тебя есть сердце? А. Дил дора. Давай по-русски. Мне так легче будет. Ты можешь говорить по-русски? Угу. Где твое сердце? Я хочу его послушать. Вот он, послушай. Что-то оно у тебя совсем не бьется. Оно что, умерло? Нет. Ты лучше послушай мое сердце, как оно стучит от любви к тебе. Это не сердце. Это секундомер. Ты зачем носишь с собой секундомер? Хочу посчитать минуты счастья в любви. А ты влюблялась когда-нибудь? Нет. Другие меня влюблялись. А как ты узнавала, что они влюблялись в тебя? Я слышала, как бьются их сердца за этой занавеской. Что дальше? Ну, когда они вошли через эту занавеску, биение сердца всегда останавливалось.
Слышишь, как бьется твое сердце? Я слышу. Иди сюда. Индюк Джоз? Это танцевальный класс. Я учитель танцев. Ты умеешь танцевать? Машами дура. Это не танец. Вот твоя походка — это танец. Иди сядь, посмотри. Вот твой танец. Асқафы инра гомади. Я асқафы инра. Я очаровался твоей походкой. Ее женственностью. И сумасшествием. Вот это меня увело. Пройдись. Дарпштин дарчиз. Тайна за этой дверью. Чхесир. Вначале ты мне расскажешь свою, а потом я тебе открою свою. Мани чхесир надура. А почему тогда у тебя туфли разного цвета? Кани сурха шабуку. Любишь плакать?
میله من گیره کدن آن آغز نمیبینم برای که رنگای رو میرزد بزرگ میشم سرد تو استوچید ти влюбилась? Не, я не знаю меня. Я как бура. Вақти ки марто бо ман, ма вайра не знаю меня. Вақти ки рафтан, бад ошик меша. Тогда я пойду. Плохо двигаешься в этих туфлях. Хорошо, хорошо. Парумуш карди кикиошки, рогаштани мамбуди, махсубаны кавшо. Нафахатит кавшо. Каждая любовь начинается с самой простой причины. Всякая любовь зависит от самых простых обстоятельств. Если бы я в ту ночь не попал бы под воздействие слов этого поэта, который все время говорил, жизнь надо прожить не зря, то тогда бы я, может быть, не очаровался стуком твоих каблуков. Если бы ты не поругалась со своим парнем, тогда мы вообще бы не встретились с тобой. Значит, это не любовь, это ситуация любви. И эта ситуация живет до тех пор, пока не возникнет новая ситуация для новой любви. Забывай, что ты влюбился именно из-за этих туфлей. Рафакат мне говорит, что я не туфлю от мамы, акул. Я тебя люблю. Батоджики Габза. Я тебя люблю. Это не переводится. Ма иш хруднах змебина. Ма люблю ронами фама. Я буду любить тебя до конца жизни. Чи ягмо? До конца жизни. Дигароям то хири умр мегуфтану. Ягмо то хаднами кардан. Джо! 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 Исма! Зонтика гир! Тармеши! Ис! Джо! Спасибо. Ты права. Ничто не вечно.
Даже сердце самого влюбленного человека в самую красивую девушку не будет биться вечно. А ты куда? Это не любовь! Вы любили меня только потому, что я вас любил! Это сделка! Подожди, я тебя подвезу. Садись. Нет, время нашей любви кончилось. Постой, я прошу, не как возлюбленный, как водитель такси. Куда поедем, мадам? Прошлое. Ровно год назад, когда мы были счастливы. Ты помнишь мой день рождения? Когда ты подарила 39 свечей на 39 лет. Распродажа, распродажа дешевых товаров. Подходите, покупайте портрет Ленина. Как дела, дядя Володь? Нормально. Что у вас есть? Портрет Ленина, который писали при его жизни. Покупайте, пожалуйста. У меня была картина Ленина. Я ее продал, купил картину Христа. А потом вам же ее продал, помните, и секундомер помню, у вас взял. Помню. Заходи, пожалуйста, дорогой. Секундомер есть у вас? Заходи. Все есть в нашем магазине. Вы спрашивали секундомеры? Вот, пожалуйста. Вот секундомер внука Льва Толстого. Посмотрите. Это секундомер Чехова. Это что, правда, что ли? Да. Прям Чехова, да? Да. Тебе Чехов больше нравится или Толстой?
Мне нравится вот это. А это чей? Ну, это внука сына Сталина. Прям сына Сталина? Да. Это значит, Толстой, Чехов, это сын Сталина, да? Да. Что, нравится тебе это? Да. Хорошо. Берете? Берем. Ты знаешь, сколько длилось наше счастье? Ты знаешь, сколько длилось наше счастье? Это Тахмин. Ты знаешь, сколько длилось наше счастье? Нет, не знаю. А стерла. Ты меня слышишь? Ты слышишь меня? Любая любовь происходит в самых простых, банальных ситуациях. Если бы у меня тогда не заболел живот, и я бы не попал в больницу, в которой ты дежурила в ту ночь, и ты бы не спросила меня о моей профессии, и я бы не сказал, что я поэт, и ты бы не сказала, что ты любишь стихи, тогда бы сейчас у нас этой разлуки не было бы. Ты ведь сама сказала, что любовь — это просто союз двух сердец, и что не надо строить из этого идеологию. От того, что два сердца встретятся в этом мире, ничего не изменится. И от того, что они разлучатся, тоже ничего не изменится. Это то, что происходит каждый день в нашей жизни. Вся любовь за всю историю человечества произвела того эффекта, который произвела хотя бы озоновая дыра. Поэтому там и на, не строй идеологию из любви. Любовь может продолжаться только любовью, но нельзя любить только из преданности. Что вы сегодня ели? Молоко. Сколько раз был стул? Один раз. Один раз? Ну это же нормально. Один раз, но с утра до вечера.
Что у вас болит? Живот. Очень сильно? Кто вы по профессии? Поэт. Поэт? А разве это профессия? Мне, например, тоже нравятся стихи. Иногда я сочиняю. Но по профессию я врач. А кто вы? Сейчас я больной. А обычно, когда здоровый, моя профессия — это влюбляться. Влюбляться? А разве это профессия? Это самая лучшая профессия из всех на Земле. Хоть и совсем недоходная. А вас когда-нибудь влюблялись? Постоянно. Некоторые мои пациенты до сих пор влюбляются. Говорят, что эта больница заражена вирусом любви. Тогда позвольте одному больному, зараженному этим вирусом, пригласить вас под балконы поэта, который собирает всех влюбленных, чтобы рассказать им про их будущее. Вы сейчас свободны? Сначала выздоровите. На улицах никто не думал о любви. Зима пришла, никто не думал о любви, никто не думал. Я слышу лишь: прощай, прощай. На улицах зима пришла. Прощай, прощай. Thank you.
Алло. Джон, это я. А что ты ушла? Я же должен был поговорить с тобой. Не было смысла больше оставаться. Ты придешь ко мне? Сейчас же приду. Нет, нет. Приходи, как обычно, ночью в 12. Придешь? Да, да. Спасибо. Пошли. Так, познакомьтесь, пожалуйста, Джон. У Джона сегодня день рождения, ему исполняется 40 лет. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Джон, я... Извините, пожалуйста. Я не стала их представлять друг другу, я ждала, пока ты придешь. Познакомься, Сафар. Лутфулло, Ник. И сегодняшняя встреча... ...происходит благодаря преданности Джона, у которого я переняла этот опыт. И хочу, в общем, Джон, налить вам, кому налить? В общем, я, ма тугир шамхой тавалу да троху да друшанку. А, ми башта. В общем, вы знаете, я хочу признаться, что... Ну, в общем, мы здесь собрались благодаря преданности Джону, у которого я переняла этот опыт. Как сказать? Сейчас, сейчас. В общем, я решила сделать переворот в своей судьбе. И... Вы в жизни не догадаетесь, что я сейчас скажу. В общем, вы все являетесь моими любовниками. Я имею отношения со всеми вами четырьмя. И, короче, я встречаюсь, имею отношения и с тобой, Сафар, и с Джоном, и с Лутвло, и с Ником. Сафар! Сафар!
شما در این باره چی فکر میکنین؟ در باره چی؟ در باره عشق و وفاداری. من فکر میکنم که عشق، عشقی به پایان رسید، عاقبتش دلبزن است. راستی من خدم ای حضوری دائمی زنها میترسم، باور میکنین؟ یک وقت یک رفیق من پرسید که همین عشق چی است؟ مهربونی، وفاداری این چی است؟ میدونی من با او چی گفتم؟ گفتم که عشق اولش بسیار گرمه یا آینده سرده. عشق معجزه یک لحظه نه است. معجزه با کدام راهی که خودش راه نیابد، با یکان شرطنامه را دوام داده نمی شود. شما برای چی گم نمی زنین؟ من چی گویم؟ شما آدم خیلی جدی می نمایید. ممکن است من با روسی گپ زنم. بایلش все самые серьезные вещи на этом свете – это ерунда. Все слова, вот эти важные, все, что мы говорим – это все глупость. Мы одиноки. И наше одиночество, оно предопределено. Мы одиноки. Богу иншому дарбуре во фудуре хичи знаков ты. Мы не способны прожить любовь по-настоящему. Мы не проживаем большую любовь. Это просто маленькие вспышки каких-то увлечений. Какие-то маленькие интересы. А на самом деле большой любви никакой нет. Ишк чист. Канори дигари будан. Юнки томарк. Будан дар канори дигари. Я не знаю. Могу только сказать, что каждая из моих возлюбленных для меня открыла какую-то особенную сторону любви. Вообще любовь в мире под большой угрозой. Я думаю, что может так случиться, что скоро настоящей большой любви не будет на земле. Я всю жизнь искал любовь. Но нашел только одиночество. Поэтому пусть каждый зажжет свою свечу одиночества. Алло. Алло, это я. Ты где? Я недалеко от тебя. Совсем рядом. Джон, я у тебя многому научилась. Научилась омухтамки, ишхбози, фаромуши и ранчхой буданас. Джон, можно я тебя поцелую? Ты знаешь, о чем я подумал?
Я подумал о том, чтобы если бы мы прожили не 40 лет, а 1000, какой бы был вкус у нашего поцелуя? История Лайли Маджнун, Ромео и Джульетты. Это все давно то, что прошло. Мы не можем на это больше опираться. Мы обрели свободу. Обрели свободу в сексе. Но самое страшное, что мы потеряли главное. Мы теряем любовь. Алло. Алло. Алло, алло. Здравствуйте! Вот опять вместе, да? Садитесь. Все хорошо. Садитесь. Сегодня родилось мое одиночество. Споете? Обязательно. Поехали. Майорона, ma pura e shoni, e si ashamu sahari dora, nelle mani nu. Ma tu mi doni e ti ho mi sahari dora. Cicchia fadini, cicchia tonini, oh, oh, oh. Cicchia fadini, cicchia tonini, ci bagaglierà, mehero va fadini. خب فیلم سکس و فلسفه رو دیدیم، ساخته محسن مخملباف. آقای مخملباف در سینمای کوچک آپارات با ما هست تا درباره این فیلم و پیچیدگی‌هاش و صد البته جنجال‌هایی که به وجود آورد صحبت کنیم. اول از همه آقای مخملباف، این فیلم اصلا مربوط به کجاست؟ جامعه غربی یا جامعه ایران، جایی که شما توش این فیلم رو نساختی؟ جامعه مدرن امروز، فرق نمی کنه در غرب یا ایران. اگر تماشاچیان ایرانی چشم بندازن به دور و برشون، خیلی از این قصه ها رو می بینن و می شنون. منتها جامعه ما عادت داره میگه حرفشو نزن، اسمشو نیار. این وضعیت بشر در دوران مدرن، رابطه‌ای که با عشق داره، رابطه‌ای که با سکس داره و مقوله تنهایی که بخشش هم ربط داره به این مقدار از عشق یا این مقدار از سکس، من به نظرم این قصه به وفور شما میتونید در ایران معاصر هم شاهدش باشید. یکی از وظایف سینما
دیدنی کردن چیزای نادیدنی جامعه است. یعنی یه چیزایی در جامعه پنهان، فیلمساز اونا رو عیان میکنه تا راجع بهش بلندتر فکر بشه و یه راه حل پیدا کنه. سکس و فلسفه یه جوری درباره سکس هست، رابطه جنسی هست و عشق به هر حال، درباره تفاوت این دوتا هم با هم دیگه و دوران امروز و دیروز. تصویری که تو ذهنتون بوده در مورد متفاوت کردن اینها چی بوده؟ اون چه که ما شنیدیم و هممون عادت داریم که بپذیریم اینه که در گذشته ماها عاشق‌تر بودیم، زندگی عاشقانه تری داشتیم، ماها در روابط عاشقانمون مسئولیت پذیرتر بودیم، ماها وفادارتر بودیم. در دوران مدرن این وفاداری کنار رفته، عشقها کوتاه‌تر شده، روابط جنسی جدی‌تر شده و اصلی‌تر شده و آدمایی رو میبینیم که بعد از قطع هر نوع رابطه کوتاه مدت با دوست پسر یا دوست دختر احساس تنهایی عجیب تری میکنن، بیش از اون چه که ما در گذشته تجربهش رو کردیم، و فریاد تنهایی انسان لابلای این دوره های کوتاه مدت لذت جنسی بلندتره. من واقعا نمیتونم به قطعیت بگم آیا این درسته یا نه. میتونیم تصور کنیم زنانی رو که یک همسر داشتن و همیشه هم تو خونهشون احساس تنهایی میکردن حتی اگر با یک نفر زیستن، یا مردانی که به دلیلی ازدواج کردن و احساس تنهایی میکردن و تا آخر عمر سوختن و ساختن. یعنی تنهایی ناشی از خاص بودن انسانه بیش از این که ناشی از سکس و دوران جدید باشه. اما نمیشه منکر شد که دورانی که عشق کمتر شده و سکس رواج پیدا کرده، تنهایی های بین دوران های عاشقی دختر و پسرا جدی تره. ولی این مفهومی هم که شما ازش درباره وفاداری صحبت میکنید به شدت نسبیه و وقت به شدت در تعارض با آزادی های بشری قرار میگیره، به شدت در تعارض با زمان قرار میگیره، یا وقتی که جبر یا تابعی از اتفاقات زمانی قرار میگیره اصلا حکمی رو در موردش نمیشه صادر کرد. که ببینید بحث نسبیت رو ما در مقوله فلسفی راحت تر پذیرفتیم تا در مقوله عاطفی. این فیلم یکی از مباحث اصلیش نسبیت در عشقه. وقتی که مرد فیلم میگه اگر من در اون روز خاص اونجای خاص نبودم و تو رو نمیدیدم، اصلا شاید عاشق هم نمیشدیم و هر کدوم عاشق دیگری میشدیم. در واقع جای عشق گاهی وقتا نسبیت عشق رو نشون میده. طول زمان عشق، شدت و ضعفش چقدر متأثر از شرایط. یا اون قصه ای که در بیمارستان اگر اون مرد نرفته بود که مریض بشه، شاید با اون پرستار دوست نمیشد. هر کسی اگر به لحظه ای که عاشق شده فکر کنه، اون مکان رو و اون زمینه های آشنایی رو از اون حادثه بزرگ حذف کنه، میبینه که ای بابا عشق به این بزرگی محصول حوادث پیش پا افتاده خیلی کوچیکیست. و اینا نسبیت حداقل شکل‌گیری عشق رو مطرح میکنه. ولی اینکه ما تا چه اندازه میتونیم این عشق رو دوباره سازی کنیم برای اینکه خودمون رو از تنهایی نجات بدیم، یا چون تصمیم گرفتیم وفادار باشیم تصمیم میگیریم ادامهش بدیم، اینا چالش های بشری است که هر کسی باهاش یه جور برخورد میکنه. یکی سمت عشق و وفاداری رو انتخاب میکنه، یکی تسلیم واقعیت بشری میشه و نسبیت عشق رو میپذیره و دوره به دوره معشوقه عوض میکنه. بسیار خب، بریم حالا جلوتر. 4 تا زن تو این فیلم هستن در که مرد باهاشون ارتباطاتی رو داشته در طول زمان. تقسیم بندی که ذهنتون داشت چی بود برای ببینید؟ این 4 تا زن برای من 2 جور معنا دارن. ما زنایی داریم که عشقای آسمانی رو طلب میکنن، میگن ما جسممون رو وقتی تسلیم مردی میکنیم که پیش از اون قلبمون و روحمون تسخیر شده باشه توسط اون مرد، خیلی لایه مقدسی میدن به این رابطه و به وفور شما در همه جوامع میتونید این مدل زن رو ببینید. اما زنایی هم هستن که عبور کردن از این مرحله، یا اصلا از ابتدا اینجوری نمیدیدن. زنایی که براشون رابطه جنسی، لذت جنسی اولویت بیشتری داره، مثل اون زن سوم، یا حتی زنایی که به لحاظ روانشناسی چون بهشون بیوفایی شده لج کردن و تصمیم به بیوفایی گرفتن و حالا موندن در تعریف وفا بین خودشون و دیگری. و اون زن چهارم که یه مدل مشابهی است از مرد فیلم که همزمان با 4 مرد رابطه داره.
منتها در اون صحنه جالبه که مردی از اون مردان اون زن رو فاحشه خطاب میکنه، ولی هیچ کدوم از اون زنها اون مرد رو فاحشه خطاب نمیکنه. اینم باز از اون ظلماییست که جامعه ما مردا به سر زنا میاره. تو این فیلم هم دوباره رفتید و یک فرم تازه و جدید رو تجربه کردید به لحاظ فیلمسازی، به لحاظ روایت. باز هم اپیزودها یا داستانک‌های کوتاهی است که اومدید و کنار همدیگه گذاشتید، منتها به یک شکل دیگری، و اینجا اومدید از یه ابزار بیانی دیگری استفاده کردید که قبلا توی فیلم‌هاتون نبود. رقص رو وارد کردین و رنگ. فیلم هم کاملا یک فیلم در واقع تصویری هست با اجازه شاعرانه زیاد و با عوامل آشنا، شمع، گل، پروانه. اینها راجب این ساختار تازه تجربه شده هم میگی؟ ببینین، من هر وقت فیلم میخوام بسازم دو تا سوال پیش رومه. اول اینکه چی میخوام بگم، این میشه محتوای فیلم. دوم چجوری میخوام بگم، این میشه فرم فیلم. خب محتوای این فیلم که معلومه، عشق، سکس، تنهایی و رابطه انسان با انسان. فرم این رو من رقص انتخاب کردم، هم برای اینکه برام یه چالش جدید بود، هم لطافت این موضوع میطلبید که من این رو با یه شکل نرمی مطرح کنم. نه تنها رقص که خودش کار سختی بود اجراش، برای که اونایی که با سینما آشنان میدونن، برای که یه قصه رو در حال رقص بیان کنی در حالی که دوربین هم میخواد به صورت بازیگران نزدیک شه، دیالوگشون رو بشنوه، هم رقص مجموعه رو داشته باشه، هم همزمان بره به پای رقصنده برسه، این برای گرفتن هر کدوم از این نماها بعضی وقتا بیش از یک روز وقت صرف شده و خیلی تمرینای زیادی شده. غیر از رقص، رنگ بخشی از فرم این فیلمه و حتی اندازه نماها که گاهی به شدت نزدیکه، این سرت خیلی نزدیک، و گاهی به شدت دوره در حد نگاه پرنده از بالا. برای که عشق از دور وقتی بهش نگاه میکنیم چیه جز اینکه دو نقطه از دید یک پرنده، دو نقطه‌ای که به سوی هم میرن. جدایی چیه؟ دو نقطه‌ای که از سوی هم دیگه جدا میشن. یعنی من برای که بار فلسفی فیلمو حفظ کنم، با اینکه هر وقت عاطفی میشه خیلی نزدیک میشم، اما فرصتای گیر میارم که دور شم و این موضوع رو از دور ببینیم، از اون معجزه عشق، اون عظمتی که در مقابل چشم شما قرار داره کوچیکش کنم تا بتونی راحت تر راجع بهش فکر کنی، جنبه فلسفیش گم نشه، و اینا فرم و محتوا رو با هم دیگه ترکیب کرده. توی انتهای فیلم یه چرخش اتفاق میفته که ممکنه شوک‌آور باشه، اینکه حالا این بار نوبت زن هست که عاشقی کنه و همزمان ارتباط داشته باشه با چند تا مرد، چیزی که پذیرفته نمیشه. این بخشو که وارد کردید در واقع تمام اون مبانی قبلی رو به هم می‌ریزه و یه شکلی زاویه دیگه میده به کار. دنبال چی بودید؟ اصلا دوران مدرن یعنی همین. برای اینکه حتی شما 100 سال پیش هم مردانی رو می‌بینید که چند زن دارن. در خیلی از کشورها حرم سرا وجود داره. در دوره قاجار خودمون ناصرالدین شاه مثلا به روایتی 84 تا زن داره. هرچی عقب میرید مردان چند همسری رو میبینید. در دوره رضا شاه مردانی رو میبینید که هم همسر دارن هم چندین معشوقه. این چندان دوران مدرن رو بیان نمیکنه. اتفاقا اون طرفشه که دوران مدرن رو بیان میکنه. من نمیخوام ارزش بگذارم دوران مدرن خوب یا بد. من فقط توضیح واقع گرای قضیه رو میگم. دوران مدرن اتفاقا از آزادی زن شروع میشه، از اینکه زن عین مرد میتونه انتخاب کنه، نه اینکه براش انتخاب کنن به دلایل اقتصادی یا سنتی. و زن فقط مادر نیست، فقط خواهر نیست، زن فقط معشوقه نیست، بلکه عاشق هم هست، بلکه انتخاب کننده هم هست، او هم میتونه لذت ببره. مدرنیسم از اینجا شروع میشه. ولی ما حتی وقتی در جامعه مدرنیم به این مقطع که میرسیم شوک میشیم. در طول داستان این مرد داره 4 رابطه عاشقانه رو میگه، شوک نمیشیم. اما به محضی که اون زن رو میکنه که خب اینم مدل اونورش بوده، شوک ایجاد میشه. این شوک همون چیزیست که من میخوام ایجاد کنم. به هر جهت واقعیت اینه، زنها در دراز مدت آموختن که تفکرشون سایه تفکر مردا باشه. یعنی در بعضی مواقع زنان نسبت به همدیگه بیرحمترن تا مردا به زنا. این یه ریشه های تاریخی فرهنگی داره. به هر جهت این فیلم یک فیلم مدرنه، مربوط به
دورانی که همه ما درش زندگی میکنیم، ایران و افغانستان و تاجیکستان و آلمان و انگلیس نداره. من در همه جا شاهد این روابط بودم. منتها خیلی ها میگن اسمشو نیار، در غرب اسمشو میارن، در شرق اسمشو نمیارن. من اسمشو آوردم. من به عمد حتی اسم فیلم رو گذاشتم سکس و فلسفه، چون من یکی از وظایفی که برای خودم دارم تاب و شکنیه، شکستن اونجاهایی که یک کلمه میتونه دیوار بشه. وقتی اسمشو میاری از اون عبور میکنی. اسم سکس میتونست خطرناک باشه، من از عمدن اسم فیلم رو گذاشتم سکس. اما فلسفه برای اینه که معنای فیلم واقعا بزنه بیرون، چراییش، چرایی سکس و عشق، چون فیلم به هر جهت فیلم فلسفی است. خب خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه این هفته ای آپارات. متاسفانه وقت ما در همین جا تمام شده. امیدوارم این بحث جالب رو بتونیم از طریق راه‌های معمول برنامه با بینندگان هم ادامه بدیم، از طریق صفحه فیسبوک آپارات به آدرس آپاراتان بی بی سی و یا ایمیل برنامه به آدرس aparat@bbc.co.uk. با ما از این طرق در ارتباط باشید. همچنین صفحه آپارات در وبسایت بی بی سی فارسی هم هست، bbcpersian.com/aparat. سر بزنید به این صفحه برای اطلاعات بیشتر و ابراز نظراتتون. تا هفته آینده به اتفاق محسن مخمروف میهمان برنامه، بدرود و پاینده باشید. خیلی متشکرم.